идем по набережной. Тут море. Там аквапарк. И порт. Хорошо, что хоть не жарко. Тут идет какая-то программа. Завлекают отдыхающих. Все собираются. Какой-то рэп читают. Тут кафе разные, можно покушать. Да. Мы не хотим. Но мы так наелись, что ничего не хотим. Весело, в общем, тут. Везде весело. Что тут написано? Хай кожен живе як вареник в маслі. И тут по-русски еще написано: пусть каждый живет как вареник в масле. То есть и по-украински, и по-русски надпись. Thank you.
это улица Шмидта. Вот так вот выглядит она. Узкий такой тротуар. Совершенно странной конструкции.